Поехали. Да я готов чай вам или кофе до утра. Жизнь – это наш блюз. Кто с этим не согласен? Переводится как тоска, печаль. Да? Блюз переводится так, да? Конечно. Тоска, его печаль? Даже, да. Его даже называют рабочей песней. То есть все в возникновении заключается. То есть юго-восток Америки. На плантациях по уборке хлопка. Это была основной сельскохозяйственной культурой в конце 19 века. Там зародился этот блюз. Я же говорю, возможно, вот играли банками, бутылками из-под пива там. Вот. И тосковали о родине, пели о своем нелегком труде. Вот. Я считаю, что этот стиль такой, он вообще, я же говорю, как космополит, его, в принципе, все поют. Он очень проникновенный, да, вот когда человеку грустно, то ему всегда как-то вот оно ложится на эту тему, да, как-то вот оно. И поэтому он вот так вот прижился, повлиял на очень многие стили. Потому что именно вот он как-то так ложится именно тогда, когда грустно. Эта песня, это вот афиша даже была, помнишь, когда концерт был у меня в этом доме творчества Высоцкого, там было написано «Жизнь – это наш блюз». Угу. Я там, вот, то есть, тоже эта песня, вот, знаешь, рассуждение о том, что вот мы тут сидим с вами, вот это вот, штаны протираем, а надо бабло колотить. Понимаете, по большому счету. Вот она как бы об этом, рассуждение. Жизнь – это наш блюз. Как могу, несу, как все, свой груз.
могу. Я не могу иначе. Когда гитара плачет, я просто не могу иначе. Когда гитара плачет. Когда гитара плачет. А вы подыграете? Сейчас. А, так мы играем в Битлз. Thank you.
куплет был, ну ладно. Браво, маэстро, браво. На этом тоже неплохо. Вспомнили основоположников. Я молчал. А что ты молчал? Гарные хлопцы исполняют песню «Хай буде все яке». Let it be. Хай буде все яке. Все яке? Да. Будет так. Ну вот. Вот такая еще вещица у них. Она меня цепляет, не знаю, что это цепляет. Тайцам. Кто осмелится спеть? Да, мне надо спеть. Нашего. Ты, кстати, вот как оденешь имидж? Ози. Я Ози, как Озик, вспомнил. Озик, да. Легендарная личность. Так это. Взялся от мистика уже немного. И он пальцем ткнул книгу перемен китайскую. Задумал, решил проверить, что будет. И там... Ну, пальцем просто открыл на руках, ну, пухнул пальцем, и там услышал слова. Смотри, нежно плачу. И так у него родилась вот эта вот вещица. Подыграй. У него своя тема идет. Сволни. Сейчас. Yes. Второй экспромт. Песня. Серые бушлаты. Немножко вас загрузить. Давай. Речь идет о 58-й статье. Враг народа. 37-й год. После прочтения книги «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург, это мать Василий Аксенов, знаете его. Она 18 лет оттарабанила в лагерях на Магадане. Написала книгу. Книга считается «В лед». Вот я ее читал, она вот такая вот, просто на одном дыхании. Так это книга Василия Аксенова или матери? Матери. Матери. Евгения Гинзбург. Она тоже 55 лет. Это вообще был очень уникальный человек. Она Евгения Онегина наизусть шпарила. Там она приводит пример, что когда они по этапу в поезде переезжали, охранники открывают дверь, а ее просто просили там, Женя, там расскажи что-нибудь. Она, ну, в поезде же едут, там, да, начинает им Евгения Онегина читать. А охранники ходят, думают, ё-моё, наверное, что там книгу, понимаешь, как это, надо отобрать, потому что, ну, нельзя читать книги. Ну, они открывают так, быстро нашли там книгу, где, говорят, да нет никакой книги, да что вы нам рассказываете, я уже 5 минут стою, слушаю, понимаешь, Евгения Онегина там. Да это Женька наша, говоришь, она вот, Евгения Онегина, наизусть. Понимаешь, у него квадратные глаза, челюсть отпадает, понимаешь, человек никогда не знал, понимаешь, что можно наизусть выучить Евгения Онегина. Вот такая вот, такой она человек. И книга написана, говорю, на одном дыхании. Вот я говорю, взрослый мужик, да, я читал эту книгу, у меня слезы на глазах наворачиваются. Я, конечно, понимаю, там, лес рубят, щепки летят, там все это понятно, было непростое время, да. Но, конечно, этих людей, вот, которые... отсидели по 18, там, по 20 лет. Так самое интересное, что после этого же они выходили, в генпрокуратуре им давали справки о том, что за отсутствием состава преступления. То есть люди оказались невиновными. Ну, то есть оттарабанили по 20 лет, оказывается невиновен. Понимаешь, а жизнь прошла. Это вот просто. Вот это, конечно, интересная такая страница из истории нашей страны, да, поэтому... Поэтому это вот как раз, вот, понимаешь, это у меня вот под впечатлением, вот, родилась эта песня, причем Таня, вот жена моя, да, она вот очень много именно стихов. Я там, по-моему, последний куплет добавил, полтора, скажем так, в конце там. А вот смысл именно этого, понимаешь, она когда начала это все складывать, у меня
меня припев сразу родился, серый бушлат, и вот это все, и пошло, пошло, пошло. Потому что действительно это такой был очень тяжелый период. Это страшно, когда люди сидели дома и ждут, вот машина проезжает, они сидят, трясутся, ваша остановится она или нет. Бах, остановилась, ё-моё, шаги в подъезде. Раз мимо твоей двери прошли, слава богу, пронесло, соседа забрали. Понимаешь? А ты думаешь, а завтра, может, и за тобой приедут. Когда ты сидишь и прислушиваешься вот к тому, проезжает машина или останавливает, ну это корову. Это как это пережить, я не знаю. Это вот я просто читал, потому что насколько это люди были мужественные, конечно, это просто. Ну вот песня как бы об этом. Серый бушлат. Постараемся ее сейчас вспомнить. Давно, правда, не пел. На самом деле там в книге пишется, они друг друга по походке узнавали, когда приезжали в Москву, шли, узнавали друг друга по походке, понимаешь? То есть настолько вот эти вот, по 20 лет. Вот такая песня. Пьем. Сашок, может какой-нибудь блюзец вспомнить. Блюз «Февраль». Привет из 70-х. Да? Или рулем такой. Thank you.
определены. И дом не дарит прежнего тепла, бльем былого память заросла. Живем, играем роль, где дублей нет. Живем лишь ножен свету сует. Совсем жить я не стал от проблем. Мы пылью на ветру, и с кем идем азартную игру. Крепчает, удался, и мы вместе продолжает, с ним. И мы вместе с ним. Всем вдохновения, удачи. Пока. Всем.